Привет всем! И это... Девчат! И сегодня мы вам объясним, почему быть хорошо девочкой. А не мальчиком. Итак, первое, почему хорошо быть девочкой? Ну, во-первых, тебя никогда и ни при каких обстоятельств не возьмут в армию. Я в армию, можно? Вторая причина, почему хорошо быть девочкой. Ну, во-первых, ты с легкостью можешь перевоплощаться в любую одежду и делать себе любые прически. Третья причина, почему хорошо быть девочкой. Если пожар или тонешь с корабля, всегда женщин спасают первыми. Четвертая причина, почему быть хорошо девочкой. Девочки живут дольше мальчиков. Девочки начинают разговаривать дальше мальчиков. Ой, дорогой, скажи хоть словечко. Привет, дорогая, я тебя типа люблю. Седьмая причина, почему хорошо быть девочкой. Ты можешь забыть самую важную вещь на свете, при этом все можешь скинуть на девичью память. Дорогая, ты забрала мою вещь из сумки? Я забыла. Будет хорошо. Восьмая причина, почему хорошо быть девочкой. Для тебя изобретено миллион и одно косметическое средство, чтобы ты была еще прелестнее от пяток до кончиков волос. На дате многое сходит с рук просто за красивые глазки. Девятая причина. У каждой девочки всегда есть проблема с одеждой. Одиннадцатая причина. Когда у девочек стресс, мы не делимся друг с другом, как мальчики. Thunder in paradise! И это был день!